Руки на спину! Руки на спину! Руки! Руки на спину! Руки на спину! Я встану тут. Заворачивай сюда к стене. Шире ноги. Еще шире. Оружие есть? Нет, какое оружие? Наркотик? Нет. Телефон где твой? Вон там. Где там? Вот. Где там, спрашиваю? Вон на столе. Вон. На землю! На землю! Пошел, взяли! Руки за спину. За спину! Здоровье! Руки за спину завернуть нужно и лежать спокойно. А, Там, лево.
а? Все, посмотри. Вот это водитель, да? Да, я водитель. А вы кем являетесь вот? В машине данной? Что вы делали? Кому? Вы кем являетесь? Кем работаете? В машине данной? Что вы делали? Еду. Куда? На работу. А куда на работу? Кем работаете? Сотрудником. Каким? В обыкновенном фирме. Вы сейчас куда направляетесь? На встречу. На встречу. С партнером? Ну да. Я 3 встречи сейчас в районе Москва-Сити. Вы районе Сидима? Я, короче, амнистия по налогам. Не осудим. Угу. Это Йорч. Все, работаем. ВХ 499-41-16 28-38 там уже суть скажет. ИЗ 668-2101. Давай тогда позовем. Ну ты, смотрим. Вот он. В пакете вместе с этими вещами шокер Мальвина с надписью «Сделано в России». Вам принадлежит шокер или нет? Шокер твой или нет? А, да или нет?
От пояснения отказался. Я ничего видеть не буду. Фамилия, имя, отчество. Солдатенко Андрей Николаевич. Громче. Солдатенко Андрей Николаевич. Направлен на изобличение противоправной деятельности. Сейчас будет производиться осмотр транспортного средства в вашем присутствии. В присутствии представителей общественного. Хорошо. В правом дальнем углу, не дальнем, ближнем правом углу багажного отсека автотранспортного средства, которое принадлежит жене Андрея Николаевича. Ну, совместно. Да, совместно. Наружен полиэтиленовый пакет белого цвета. Вы этот пакет видели раньше? Давайте посмотрим. Белый пакет с надписью «Джей Ван Джентил». А вы пальчики не хотите открывать на пакете? Андрей Николаевич, не переживайте. Мы все сделаем. Представители общественности, да, вы видите, что в данном пакете полиэтиленовом белого цвета с надписью «Джаван Джентил» находятся, предположительно, денежные купюры Банка России. Да? Сколько их здесь, данных купюр, мы сейчас будем считать с вами. Давайте. Мы сейчас. Каждую пачку.